Обновленный рентген-кабинет в хирургическом отделении обособленного подразделения имени Гольца Щелковской городской больницы во Фрязине начал свою работу после проведения здесь ремонта. Пациенты уже успели поделиться своими впечатлениями. Хочу выразить свою благодарность за новое оборудование, которое так, конечно, необходимо нам больным. Потому что идешь в больницу и надеешься, конечно, на то, что нас вылечат, сделают помоложе чуть-чуть, наверное, и все у нас будет хорошо. Это такое событие, рентген-кабинет современный. Это все, так сказать, благоприятно отражается на том качестве услуг, которые мы предоставляем жителям городского округа Фрязино. Новая медтехника приобретена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На месте устаревшего аналогового оборудования появился современный цифровой рентгеновский аппарат отечественного производства. Время идет вперед, и, конечно, мы хотим и современный, и красивый, и чистый. Мы с вами видим в том, что в рамках этого ремонта поставлен не только аппарат, отремонтирован полностью кабинет, операторский пульт рентгенолаборанта, который управляет этим оборудованием. То есть проведен комплекс работ по началу функционирования этого нового цифрового рентгеновского аппарата. Высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка, точность диагностики, возможность проводить исследования четко и быстро – все это обеспечивает качественную медицинскую помощь. Результаты цифровых исследований моментально отправляются на пульт рентгенолаборанта. Важно и то, что они сохраняются в единой радиологической информационной системе. Существует единая система, и все снимки будут уходить туда. Эти снимки могут смотреть все врачи Щелковской больницы. Больница не прекращает свою работу ни на минуту, и рентген-кабинет открыт 24/7, чтобы помощь пациентам была оказана качественно и своевременно. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.